У 12 раз Гомельский державный медицинский университет провел науково-практичную конференцию «Проблемы и перспективы развития современной медицины». У ее приняли удел студенты и молодые науковцы из Беларуси, России и Украины. Традиционный науковый форум студентов повинен был пройти еще в мае, однако за эпидемичной ситуацией его перенесли на осень. До того ж, упершиню его проводят в онлайн-формате. Коля 500 доследований удельники представят в выгляде мультимедийных презентаций. Их проанализуют на 27 науковых секциях, размещенных во университете и лечебных установах Гомеля. Современный мир диктует новое научное направление, и наши ребята, как самые современные молодежные потенциал научной нашей страны, тоже идут в ногу со временем, и некоторые работы у нас уже посвящены теме коронавируса, конечно же, на кафедре инфекционных болезней, микробиологии, фтизиопульмонологии, эти темы тоже поднимаются в разных аспектах. Очень остро стоит вопрос того, чтобы наши студенты и преподаватели в том числе были знакомы с самыми свежими веяниями в медицинской науке. Это, конечно, еще и для студентов нашего вуза, и для первокурсников, это опыт выступлений, в публичном выступлении. Они меньше боятся публики, они более уверены в себе, они более эрудированы, их речь более поставлена. Это большой ценный опыт, который не смогут получить нигде, кроме как на конференции и на выступлениях, на кружках, на заседаниях секций, перед президиумом, перед врачами, которые могут им сказать, что не так, что хорошо, а что плохо. И дать очень ценный и важный совет для их будущей карьеры. Запись пленарного посяджения будет доступна на сайте медицинского университета. А кроме того, по выниках конференции выйдет 9-томный сборник материалов.